Полдня на ударе сидеть. Ну, это для ненатуралов только. Да ладно, может там бисексуалы сидим, знаешь. Что вы не сделали вчера? Командира, то заберите, заберите командира. Мой таргет, командир. А? Электриков в свет не берут? Нет. Почему они там? Там их что, рок много? Не, рок много не бывает. Три роги это очень хорошо будет. Так как манна будет трикениться. А, там пристань. В этом есть доля. Кстати, а роги это сложный класс или нет? Какой класс? Роги, сложный класс, разбойник. Нет, очень простой. Нет. Вот, наверняка рогу буду качать. Или фанта. Фанта посложнее. Какой-то укус змеи. В плане ДД фант не сложный, но в плане динамичности и динамичного боя он немного сложноват. Пацаны, надо, короче, шипа и эрдру. Есть кого-то какие-то знакомые? А хант это всегда эрдд или это может быть милик? Или он не может быть по-любому? Он может быть миликом, если он сурф. Но там все равно больше на эрдд. Там типа мили эрдд. А роги всегда милики, так понимаю. Да. Сделали, что типа сейчас ханты могут тоже без пилики. Ну, сделали ничего, но это не оправдало надежд. Не, ну многим понравилось на самом деле. Да, не видел, там еще хантов были. Варенька, кто-то напишите. Ну, Саня, напиши Варенька, пожалуйста. Я написал в ВК. Пачку слева. В общем, там, в рюмочке. Ничего. Ничего, никто не молчает. Ну, в ПМ напиши. Сейчас Макгрегор зайдет. Кто? Макгрегор. Ну пусть заходит. Она. На ФДК зайдет, да? ФДКшкой. У нее там БДК и кто-то, не знаю кто. Так, нам надо порешать тогда проблему с эрдру. Я могу на эрдру. Это кто? Макунский. Не-не-не, нам нужен... Это танк, танк нам нужен. Важнее.
где Макгрегор? Вакам не отвечает. Не отвечает? Отвечает. Чё он пишет? Написал, да, иди группа РК. Сейчас зайдет, наверное. Здорово всем. Здорово. Здорово. Ну, заходи. Чай, это реал лист для меня. Чё ты давно не играешь так? В смысле не играю? На X5 и больше. У меня уже жена, дети, блядь. Там одни не натуралы играют. Да, блядь, это нормальный сервер. Где это? На X5 уже найдите? Да. Макс. Помоги. Слышим, да, у тебя есть этот друитер друг? Не, сова второй. Сейчас чекну, куда дердру. А где поклон? Знаю. Напыляйте пока на вой. Что, Мишка, нормально танчить здесь, МТшить, Тиму? Шуплон 50%. Ты уже танчил бы? Не танчил нифига. Ну а WhatsApp танчил? Нет. Да, теперь он танчил. Танчил Мишкой начал. Мне кажется, это такая себе затея просто. Можете реал млис скинуть, пожалуйста, этот в РК по-братски? Просто забери единичку с лога на первого и поставь троечку, все. А я поставил, у меня сейчас... А, тут еще что-то написано, стой. Ну, надо полностью перезапускать. Да, я тут что-то из... Это циферку поменял, но у меня что-то не заходит. Смотри, нужно заходить на тот аккаунт, на котором у тебя персы были здесь. А, да. И перепутай аккаунт. Он, друг, и да мне. Ты заходи на ШП, наверное, да? Не знаю, тут проблем никаких нет за Мишку. Ничем не уступает в агронаборе БДК. Так в прожимках уступает сильно, нет? Вот хили там снимаем себя. Ты смотри, сколько стамина у меня. Выносливость 73 тысячи, а у БДК сколько? 60. Ну, убийцевого моего 65. Это с банка.
Их просто и пробивает меньше при этом, нет? Да не, фигня это все. О, пробивает Мишку меньше. Пробивает. Ну чё там? Болтара бьём, чи нет? Чё, меня смотрит? Там эгрегор зашёл. Ну, по-клонски не вдруг, но эгрегор ВДК. Блять, как-то тут все переделано, блять. Макгрегор покопить не будет, все, давай, Поклонский начинает, Войт первый забирает, потом Лимошка. У вас нету супер дроу Макгрегора? Ладно, меня Аксиса. Улетел на сапога, классный пацан, отличный, минус 7 милики. Кто это такой? Это что, был срыв агро? Не, штурм клинков. Эй, танк, что делать, только держите рейндж и хилите танк. Я теперь понимаю, ты Джерин говорит, а ты Ханук, я вас не раскачал пока. Нихуя себе. Один Ханук. Вообще разные голоса. Ну, почти, да. Вообще разные совершенно. Один вопрос в повороте путает. Блин, немножко мог. Пить материться, а второй совсем не материться. Вредно вам. Хотя если в Бартандере буду двигать всю свою херню, у человека, который потом сюда зайдет, у него тоже все подвинется, переставится. Сохрани профиль, Лище, который был как один профиль, потом все поменяй и сохрани это в другой профиль. Он будет просто переключать два профиля под твои и под его. Это что, танк избрил? Ну чё, вставайте, погнали. Чё? Таким надо ренжу набирать, а не тусить у босса, бить его со стаками. Тогда вас не будет ничего убивать, когда он даже повернется. Вы профи, значит, да? Сейчас мы тут, блядь, наставляем всякой херни. Видать, стом. Джерри, я буду литом в черницах, я зайду в гости.
Такие варка вообще нет. Рыба. Есть рыба. Рыба стоит, ешь. Араксус, а ты сильно лагаешь? Там Харзу зашел, я бы его добрал, если ты лагаешь. Вообще слышно, нет? Мараксис, напиши чё-то. Слышно. Или скажи, Варка. Ты тут? Говорю, если ты сильно лагаешь, то я могу поменять тебя на Харзу. Да меня он все равно фуловый, он вылетает каждые 5 минут. Лучше он пусть с собой пойдет, слышишь? У нас нет совы в рейде. Кто у нас есть Элли? Зачем тебе сова? БР. А ты думаешь умирать в раз? Смерть 1000 ГБ. Ну я не думаю. Вот. Сейчас все умерли, всем по 1000 ГБ. Сейчас зайдет, все, агрите босс. Где поклонский начинает? Вроде шкафонит. Стой. Приехал. Не стоит его жить клинком. Ты видишь, Хабаб. Почему все танки ведут его к дереву? Это вообще нормально? Нет, это фантастика. Хочешь поговорить об этом? Забери босса, забери босса, лимошка, забери босса. Резли поклонского, Войт. Войт танчи. Танчишь, походу, да? Ну тогда ко второго босса заберешь тоже. Он возле тебя как раз забирает примошку. Болтар не оставляет живых. Лесните сюрприз. Сумоники, супер друг. Ходите, а тушу не... нету разницы по какой копии бить? Нету. Ну, смотри, разница в том, что на той копии, которую все бьют, снова на ней куча дебафов висит. И ты бьешь больше из-за этого. Мне кажется, эти копии как совет. Ну, КП у них одно, если ты про это. Ну да. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Жмите. Флариан, может быть котом? Флариан, ты можешь быть котом? Нет. Медведь или сова? Но медведь не очень. Короче, я понял, забей. Была кладка яиц в святилище. Два медведя пойдем, нормально. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно... Что там, ждем кого-то?
Все, не бить. Грегор, ты будешь в ФДК. В смысле, на хале они? Да. Кайфа. А тут на этом персонаже есть какая-то связка, что-то есть вообще на МПР, что на нем вообще? Почему на нем? Не знаю, вряд ли там на нем что-то есть, он не заходил в игру миллион лет. Ну окей, просто чтоб я там не засрал ничего человека. А кому ты его отдал? Горяну, Графиту. Ага. ДПС у нас прилично хватает, чтобы убить Хелиона. Теперь надо разобраться, как хилить Ред. Ну, в принципе, так. Посмотрите, какая связочка будет. Ну, Бахил, Ред Хедап и Супердруг будут во тьме. Роджер и Анакрель в свету. Роджер, ты в свету. Ты слышишь меня? Смотрите. Дайте шкаф с Уманем, Супердру. Против, дай шкаф, а шкаф есть, Суманите, Супердру. Давайте по диспелу. Значит, во тьме диспелит Red Head Up. В свету диспелит Бенч Вармер. Вермер, там как-то так. Дайте рыбку. Стоит рыба. Остается добивать вся четвертая пати, кроме демона. Увидели себя четвертая пати, вы остаетесь добивать, кроме демона. Демон заходит. Напуливаем все дела. Охотник, ты напуливаешь. Два напула, два роги, один охотник. В принципе, все есть. Макгрегор, ты остаешься во тьме. Смотрите, ребята, у нас сейчас танчит Войд в мишке. Я не буду говорить, какой он есть на самом деле. Он решил что-то там сделать в мишке. Потом я напишу это ему лично в ПМ. Хочет, пусть как хочет, так и дрочит. Из-за этого нам нужно добавлять ФДК во тьму. И у нас будет немного перекос до магии, потому что у вас там будет на одного ДД больше. Так что сильно там не врывайтесь. В принципе, у вас не будет 10% к дамаге от БДК. Плюс 10%, но это такое. Сейчас чек на бахвию готовность. А, по фридомам, я надеюсь, вы там палы разобрались, да? Чтобы не было потом вопросов. Фласки выпейте. Выпейте фласки, чек на бахвию готовность. Подожди 5 секунд, блять. Я танка настраивал, сейчас выставлю 5 секунд. Так, а сейчас свет кто будет? Друид танчить или БДК? Сейчас начнет друид и заходит друид, дайте на пулу друиду. Ну что там? Поворотик, да, похуй. Грегор, ну что ты там делаешь? Да. Три клавиши сложно вынести за ФДК. Это за что это начал делать? Надо там твоего огромного дамага, там и так плюс один ДД, ничего не будет. Бенчмарк будет, да, готов, да, Роджер, ты готов? Я готов. Почему вы АФКшите в 12 часов ночи? Я все, не начинаю АФК, бой. Я здесь. В квадрате стоим. Сюрприз. Демон. Прибежали.
уже в рейд квадрат сместились. Грегор, меточка. Вот. Бей размахом, дайте этот БДК. Мишки, да, маленьких БДК. Еще одного. И бей размахом, бля, когда моба заебал. Зуксвар побежал. Бежал. Обратите внимание, кто в четвертой пати остается, кроме повороте. Глужа разливается нормально. Войд, не бей размахом. Это трепка. Ты помогли добить трэш мелкий. Смотрим, Войд прожался, зашел. Райд зашел, кроме четвертой пати. Квадрат. Смотрим, метка. Назад. Понесете. Хвосту. Метка охотник. Дал его фридом. Чайся. И смотрим. Метка. Можно назад сбить? Ну, в принципе, пофиг. Заходите. Прохиливайте. Сейчас маны залейте все, ну бахилу, альтая метка ближе к морде. Друид, блин, мауна, ну бахилу залейте. Метка. Орион метка. У нас 52%. Ходить с лезвиями. Лезвие крутит. Все, давайте лезвие. Сейчас будем выходить. Выходим. Вышли, давайте Геру. Гера, давай. Аварион метка перебежал. Перебежим, дашь гимн на хп. Перебежали. Только не сразу, давай я скажу, когда дать. Им в квадрате. Анакреаль метка. Води трэш и да, отошли все с огня, вышли. Назад веди. Нормально, бейте только трэш. Свету не бейте ничего. Только трэш. И большого добейте. Да, это во тьме. Бенчворд, метка. Капля так тона. Говорю, рост во тьме, это давай. Подбиваем Калион. Бежали. Смотрим, метеор, все, свету, куча дамага, и в квадрате стоим, Лень, метка. Дай бэр по накрелю, клаймин, по накрелю бэр дай. Клаймин. Все, попал по-конски. Вижу, клаймин, что с тобой, че ты бэр не даешь? Залагал. Падает. Ты можешь, когда такая ситуация, отбегать подальше? Ты сдох просто в луже. Ну как в луже, ты сдох у пуза. Ты сзади рейда не стоял, ты даже сзади рок не стоял. Ты сейчас холипал говоришь? Ну да. Я стоял за рейдом вообще. Нет, ты стоял прям слева у ноги. Чуть было. Лево, да, это мой косяк, вот чуть лево, но не прям перед пузом.
Не важно, да, около ноги стоял. Полипал так не остается, потому что ты даешь один каст, там даже на пул не проходит. Конечно, я не смогу дать ранний на пул, тогда весь трэш не заберу, если там одного-двух только. Я могу так напулить, но я не на ханте. Чё, Трися нормально хилится? Ну дайте бафы, чё вы ждёте? Жарен тут, ты вылетел, чешу. Я не вылетел, тут просто у приста какие-то проблемы с интернетом. Там следу Альтея, смотри, когда первый раз на... А, ну... Короче, я давал сейчас гейм на хп, когда там холипал выносил метку. Если увидишь критическую ситуацию, давай тоже. Некогда ищет. А есть время релогнуться? Ну минута есть релогнуться. Ты Макгрегор во тьме? Да. Во тьме? Ну тогда что ты меня ДПС спрашиваешь, я же в свет выхожу. А ты не я спрашиваю. Сам не знаю, ну давай, приз, давай что-то делай со своим интернетом, бля, ну тупо 24 человека ждут, потому что у тебя конченый интернет с провайдером. У кого там с интернетом? Давай залей как-то быстрее туда деньги и туда-сюда. Ну что у тебя за интернет? Да я вижу, какой офигенный, что мы стоим и ждем тебя полчаса. Дай мне еще ассиста, я метку поставлю на голема, которого первого добивать. Пичвормер. Я вот за последние 3 года не помню, когда у меня интернет залагал. Наверное, да. Когда Крым присвоили, наверное, да? И нефть перестала поступать. Порошенко творит чудеса. Угу. Дай ассиста бенчвормеру. Да. Кто прист, релогнулся или нет? Тоже какая резка? Первая. Сегодня. Третья или какая-то?
Что-то хз, что вы там танка уронили, короче. Ну, поле полуна. Приз зашел, человек на баф и готовность. Клонский поворот. Где начинаю, вот? Кстати, стоим. Близко подходить. Метка, я побежал, дистал, давайте. Бежали, метеор. Смотрим, где падает. Отошли лужа в райд. Макгрегор. Манджас, метка. X5 учат так играть? А? Арион, резвый Макгрегор. Арион, резвый не Макгрегор, а воет метка. Это не Манджас, метка. Арион, ты резнешь Макгрегора или нет? Саша, ну, я должен говорить это 500 раз. Фокус, как дела? Роджерс сам сидит спал. Трес, сейчас Айкинфи, не заходи. Резай, Клота воет. Клота, резай. Меня слышно, я вылетел. Дайте бафы по Клота. Ретрик сдох. Зачем да вы нет, заходите во да тьму? Вы что, дауны? Давайте упадем. Падает. Они. Я вылетел там, короче. Все что-то вылетает, там, блин, заходит, они все там. Пацаны, вы чё, вам была команда заходить куда-то? Я сказал Войду подымать этот танк. А есть, Марат, давай иди на этого, на Ретрика. Ретрик 6.2, спасибо тебе за рейд. Камень доллара. Может он лучше на Шаму зайдет, потому что я отвалюсь. Меня заменит. Лена, как ты умираешь? Как в огне стоится вообще? Прикольно, да? Это череда. Так зачем ее жать? Не нажимай череду. Я думала, она только по трэшу пойдет. Я вроде была далеко от Хлеона. Почему ты закинула из-за него? Просто фрейм большой, не используй череду на трэш. Вообще не тыкай ее. Трэш было много, и я хотела его побить. Ну, не надо. Череду с пола юзаешь, во тьме там пока, между лезвиями, и когда выходишь в свет, вот в начале. Дальше лучше не надо. Че, вот шкаф надо, да? Чешу. Стоишь, шкаф, сумуньте палатину, ну шо вы? Что-то выделить его не могу. А тут я не понял, а чё, холодец. А чё один человек получил ГП? Потому что нефиг заходить в эту, во тьму, когда я не сказал танку заходить, там ещё в Райтрика 200 ГП. Двое заходят во тьму, зачем это делать? Сказал кому-то заходить? Вы думаете, что вы босса затанчите? 300 баф.
все начинай, не вой. Дайте поставить, не бейте. Ладно, бога, конечно. Чтобы метка и бежали. Квадрат, стоим, смотрим трэш. Метка. Небеса в огне. Прибежали. Смотрим квадрат. В квадрате стоим. Прайд сместились. В квадрате стоим. Трэш. Симметка диспел. Рано здесь полетит. Леона подбивать. Смотрим, Void, заходи. Рейд заходит, кроме четвертой пати. В квадрате стоим. Метка. Только речь. Туманы залейте на бахилу все друиды. Круто, тоже туману залей. Как лота. Туда. Сейчас уже. Выходим. Метку надо ждать. Зачем ты говоришь, выходим? Геру дали в свету. Метка, прожмись, БДК. Треметер, перебежали. Когда я гимн на ману споешь, только дальше от рейда отойди. Лужа нормально разливается, не в рейд. Роджер, опять метка, БДК, прожмись. Бьем все трэш. Бьем. Бьем, только трэш. Кого голем? Метка. Смотрим свету. Треметер, перебежали. Сильно в босса сейчас сыграли. Играем сильно в босса, ждем трэш. Лужа в рейд. Алю, квадрат. Роджер, встанешь. Капра, жмись, клеймен. Подымешь его. БДК, прожмись, дай каплю на БДК. А, нет, нету капли. Гимн на ману. Гимн на ХП, альта его. Да, я на ХП, на ХП даю. Тьма, стоп, дамаг. ХП, бейте все босса.
Ай, Роджер, да и сразу на ману ему спой гимн. Макгрегор, сука, стоп дамаг. Собейте, тут 80 уже. На ману пойдем. Че, ебанулись? Все стопните. Бежали, Макгрегор, выйди в свет. Плоского хил. Трейд, только босса собьем. Только босса, смотрим трэш. Трэш бьют только роги. Роджер, ты даун? Да. Да, вайп, у нас тут шаман даун. Не надо так, Джерин. Объясни ему, что он там не отходит нормально, его трэш убивает. Трэш, огонь! Его хвост бьет. Но если правильно на все смотреть, то как бы это слишком резко он вышел. Никто даже не думал. И он криво встал. Когда мы выходим из тьмы, там надо с нашим ДПСом, нам надо ждать метку. Потому что она сейчас просто везет, что она не кидается на человека, который не тыкает на портал в этот момент. Типа запросто могли вайпнуться. Смотри, шаман, ты когда перебегаешь, ну, от луж смотри, как они разливаются, понятное дело, чтобы они тебя не убивали. И еще пробегай подальше за весь рейд, чтобы трэш, который проходил, он агрится на того, кто хилит, и пока он пробегает, его как раз напулит на протопан. Он побежит по луже протопан, и он на него сагрится. А если ты будешь стоять под боссом, под пузом, то он тебя ударит. Вот, это просто. Иди спали себе сам эту метку. Макгрегор по ДПСу во тьме. Первый. Макгрегор в свету будешь играть. Ань, блядь, там же дебаф Рига не будет. Курика сильного сюрприза уберет. Ну так, Зуксвар, тогда как же я тебя... Как я тебе сказал, выйдешь в свет повороте, ты готов? Да. Начинай, Вай. Поменял бы тогда Макгрегора с Фуриком. Японский метка. Тоже смотрим. Перебежали. Лужа. Нормально льются, в квадрате стоим. Не бери размахом. Да это трёпка на две цели. Сказать, что ты не надо им бить. Понимаешь, что ли, или что? Трёпка две цели бьёт. Он же не дурак, соло цель размахом тенчит. Нет, там куда трэш проходит, то можно стопнуть под трёпкой подбить, увечья. Так трёпка две цели бьёт, вот он нас задевает одного. Небеса в огне. Прибежали. Только в рейд лужу. Квадрат встали. Смотрим, Войд, заходи, рейд, заходим, заходим в рейд. Отстали. Нет, сюрприз, не ты. Стал метка, ближе к хвосту. Туксвар выходит в свет. Так, не ставь тотем. Пать ману понапрасну. Заходить можно? Повороте метка.
Пять это там рожа да. Поставил. Заходить можно, нет? Да, да, да. Кирилл? Тут с фридмами, по-моему, беда. К морде, хан. ХЗ, а хозяина завязаешь? Хант, выноси дальше, к самой стенке. По месту. Мимо ужас. Побежал. У нас 53. Ладно, отдел метку, пофиг. Не будем сразу выходить. 50. Хант. В портал. Не в портал! Отлично. Все, диспельте ханта. Выходим. Геру. Тигеру. Прям метка. На себя дубовую кожу. Смотрим, как лужи разливаются. Лужа нормально льется, бьем Халеона, лимошка метка. Приморозь. Трэш бейте, трэш свету бейте только. Все бейте трэш. Это место сушения и большого. Метка лимошка. Спал с него. Метеор. Прибежали. Альтая, сейчас гимна ману споешь, отбегай далеко к стеночке. Халеона в свету не бить, только трэш. Ждем трэш. И напуливаем трэш. И накрыть метка. Хил метка, прожмись там. Ой, хант метка точнее. Тоже там прожмись. Два ситу больше ДД. Прачивай на рейд. На рейд. И не будет. 60% больше в свету по Халеону. Играем в квадрат стали. В квадрат. Метка поворотить. Отводи далеко. По трэшу. Отводи дальше. Арион, сейчас подымешь метка. Бля. Кого? Добивайте, трэш Фаларион, подымай, Клота, Фаларион, Клота, подымай, метеор, перебежали. Стоп, дамаг. О! Немножко спиной не беги. Ты берешь сейчас. Протопал умер, блядь. Падайте, 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 падайте. Пока, Трисси. Ну, что такое? Чем дело? Сейчас упал Рога в луже, потом упал Кот, потому что не хватило на полу, потом АДК. И трэш не слился, и протупал он загрыз на перебежке, и все. Так, может... Череду вообще не надо юзать, я как бы не соображаю в рогах. Да нет, здесь не в череде, лужа просто. Где там холодец? А на ком холодец? Молодец, не в рейде пока, но сейчас будет. Жмите. Бейте.
Я что засинаю за этим рейдом? Еще зарвал онлайн. Прописал. Слышь, Кирь, как там, Марат, братан? Ты тут? Кирилл. Чё? Как там, братан? Братан? Не знаю, я давно дома не был. По вайберу хоть списывайтесь. Сейчас я посмотрю, что он мне писал там. Боже, он тебе каждый день пишет, а ты ему не отвечаешь, блядь. А сколько еще Беляева учиться? Вот что он мне пишет обычно. А, такое. Нормально. А ему он 4-й курс сейчас закончит и в армию пойдет. Можете написать, кто твой камрад? Ты, Кирилл, сейчас где ты? В Москве, получается, да? Да. Тупо москвич, да, уже? На 4 года, да. Нормально. Смотрел кто-нибудь «Стального алхимика»? А чё там? Бля, мощнейшая штука. Пизда. Что это такое? Сериал? Да-да, это хороший сериал. Фу, бля, я аниме не смотрю, бля, я натурал. Да ну, это не аниме, это чё? Тетрадь смерти, это... По мне, так это, по-моему, параша какая-то. Ну чего, интересный даже тетрадский сериал, аниме. Не знаю, я начал смотреть, ну, мне тоже друг советовал. Вот я начал смотреть и понял, что нет. У него, кстати, были неплохие... Давайте, короче, выходим с АВК, тут Варенька пришел, давайте хильнем, потому что тут уже пишут, что всем на работу. Бля, Роги, пожалуйста, не умирайте, не юзайте череду. Варенька зашел, говоришь? Дайте шкаф. О, да. В тьму его мне. Еба. Блять, такое чувство, что тут как-то FPS даже немножко побольше, чем, блять, на X5. Наверное, просто кажется так. Ты вообще там живешь на этом X5? Поклонский готов, Red Hedal. Да неплохо там, все нормально. Red Hedal, ты тут? Он там что-то написал. Ваня, что 2 минуты. Дверка нам заходит. Вы все готовы? Кто во тьме? Фукасаку во тьме. Чек на баб. Да я бей через взрыв. Фукасаку, Ваня, ты тут? Сейчас, подожди, он там написал 2 минуты. Заходит в Ирканово. Бля, ну это пиздец. Ваня! Ну, наверное, переносил ноутбук, не знаю. Бля, ну Джейми красава, блять. Он такой мощный комп собрал, это просто пиздец. Это просто нереально. Тебе?
Бы вовек с ним не расплатился бы за такой компьютер. Он еще не зашел в РК. Ершов, товарищ. Тут люди спать идут. Заходите. Посмотрел, а что ты посмотрел, Куприно? Метро? Я там обоссался. Да-да-да, он иногда мочит, конечно. Там за каким-то броневиком сел, кто-то сверху его укусил, он, блядь, ты что, охуел? Ля, ну это пиздец, а когда ты такое видишь, чтобы человека присмотрел, он сразу шел в АФК. Ну, он же написал 2 минуты, но я говорю, наверное, переносит ноутбук там или что-то такое. Бать, по дворцу, блядь. Поднимается. Да, он там из комнаты в комнату шел, у него там помидорки под окном стоят. Не поливал давно рассаду. Если бы я переносил ноутбук за 2 минуты, я бы его раз 24 смог перенести. Он зашел. Ваня, хиль меня хорошенько, я Мишка МТ возьми. Да, помидорки под окном переносил. Постой, Ваня. Ты что ты выкашешь, блин, это пиздец. Ну почему мне обостаться теперь? Я же говорил, помидорки поливают. Зуксвар, ты готов? Ты выходишь во свет, не забывай. Ваня, ты хилишь, у тебя Войд. Зуксвар, ты тут? Все, все готовы, иди Войд, начинай. В прошлый раз. На копье. Небеса в огне. Прибежал. В квадрате стоим. Спрей. Сменца. Идем босс. Блин, забери. Там осталось кидать. Дайте тушение по-маленькому. Чем ты мастаун сейчас туда кидал? Крыло под мастаун опустилось и нажал. Небеса в огне. Бежали метеор. Да вообще мастаун кидать в мишку, вообще забудь про это. Да я знаю, говорю, мисклик. Двойная метка. Ты заебал своим размахом бить. Да это трёпка. Сейчас накину на всех персов по ГПшечке и все, и ты не будешь так. Ты не веришь, что ли? Чик, кроме четвертой пати. Сырой пробивает мишку просто пипец. Жермет. Не ставь тотем, пожалуйста. И не хиль, пожалуйста. Тут сейчас варенька. Ты можно подхиливать. И не хиль во тьме. Все друиды залейте фокусаку. Не хловая. Просто залейте в хант метку. Можно заходить? Да. Не хиль, пожалуйста, да, заходите. Где 50% маны, не хиль. Постой. Трагер, метка. К морде. Так, вот, господи. Ждите, пока выбежит до самого конца к стенке. Сколько процентов? 53. Там Артур вылетел или что? Ждите, нет.
остальное пробывание вдвоем будете хилить. Смотрим, выходит. Я зависла. Марион, метка. Смотрим, они мог... Трик, как ты сдох? Тут Зосвар, что-то в свет вышел. Не знаю, должен так выходить или нет. Так и должно быть, но сейчас Вар зайдет обратно, потому что Острай Трик сдох. Фларион, метка. Зайдешь обратно. Второй метрик, придумай только анхилу. Скажите, когда зайти. Сейчас лезвие будет, жди. Бьем Калиона, только живое скайплан. Метка. Падайте. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Трик, как ты сдох? Как Райтрик сдох? В лезвие забежал? Тут будет одеваться в три кода. О, прикольно. Я третий подходил, смотри. Хотя я